Во-первых, я хотел бы отметить правильные и оперативные действия тех или иных служб компаний, которые непосредственно были тоже подключены к работе. При этом проблема заключалась в том, что удар воды в шахты был очень сильный, и получился очень большой объем не только воды, но и вода сама по себе очень грязная для того, чтобы работали водолазы, но и очень много пульпы. То есть, соответственно, это дает очень сложную ситуацию для поисковых работ. Когда работали поисковики, которые сегодня продолжают работать по тем же планам, которые сформированы, и главное, сегодня подключились коллеги тех, которые остались внизу, те ребята, которые вчера выходили из-под земли, с одной стороны, с другой стороны, те или иные добровольцы, которые сегодня не только с помощью водолазов, но с точки зрения привлечения техники, которая там осталась, идет сейчас попытка очистки завалов и той грязи, которая есть в некоторых местах в рамках плана продвижения по тем или иным направлениям.